Привет, Фил? Здорово, Сиджи. У меня есть работенка для тебя. Что на этот раз? Копы перехватили грузовик с оружием, которое я хотел продать. Надо его забрать. Заезжаем на стоянку, где они держат грузовик, мочим всех и уезжаем. Отгоним тачку в гараж и всего делов. Ага, сплошное развлечение. Ладно, поехали. Поехали развлекаться. Подожди минуточку. Это еще зачем? Да так, для разминки. К тому же ненавижу плавно. Всем привет, с вами Александр Полянцев, и это прохождение 29-й миссии GTA Alien City. Миссия, в принципе, несложная, но советую приобрести перед прохождением броню и автомат. Сразу обратите внимание назад, потому что оттуда будут стрелять копы. И нам, естественно, надо пробраться к грузовику. И вместе с тем у нас 3 звезды преступности, что будет доставлять некоторые проблемы. Но, как видите, в целом это не является чем-то очень сложным. Добираемся до фургона и залезаем в него. Теперь поехали в гараж. Ну и тут, собственно, добавить нечего, действительно. Всех убиваем, берем фургон, едем в гараж. Незамысловатая миссия. С достаточно, так сказать, простым сюжетом. С вами был Александр Полянцев. До встречи в следующей миссии.